Здравствуйте, уважаемые зрители! Канал «Крымские каникулы» рад нашей очередной встрече. Мы привыкли считать Ялту городом счастья. На вопрос, почему все так однажды решили, ответить совсем несложно. Здесь есть море, великолепный климат, красота окружающей природы. В общем, все располагает к возникновению именно этого приятного ощущения. И если кто-то еще думает, что счастье – это мифическая выдумка горемычного человечества, пусть посетит Ялту и посмотрит на лица людей, неспешно прогуливающихся по набережной. Не нужно обладать особой проницательностью. Любой поймет, что они счастливы. В обилии разных приятностей, которые порождают это окрыляющее чувство, немалую роль играют пляжи, на которых отдыхающие и не только проводят значительную часть летнего сезона. Именно пляжи мы внимательно рассмотрим, следуя указаниям нашей рубрики «Лучшие пляжи Крыма 2024». Самыми лучшими, на наш взгляд, пляжами Ялты являются Приморский, Центральный или по-другому Апельсин и Массандровский. Сейчас мы находимся на Приморском. Здесь есть не только необходимая инфраструктура, но и спа-зоны, игровые территории для детей и разнообразные аттракционы. Многочисленные кафе и рестораны с самой разнообразной кухней порадуют любого гурмана. Заход в воду пологий, очень удобный и безопасный. Водолазы, которых вы сейчас видите, регулярно убирают мусор со дна, чтобы он не мешал отдыхающим. Работы по приведению этого пляжа в порядок после ноябрьского урагана 2023 года уже почти закончились, и он готов к открытию. Мы перешли на центральный пляж. Здесь тоже все уже в должном порядке. А сейчас перед нами уже Массандровский пляж. Здесь подготовка к сезону еще идет полным ходом. Задействовано много рабочих. Ввиду насыщенной инфраструктуры работы несколько затянулись, но мы уверены, что к концу мая все они будут успешно завершены. Этот пляж, безусловно, очень популярен в Ялте, и тут имеются все условия для комфортного отдыха. Погода в Крыму после похолодания уже начала налаживаться. На небе еще имеются тучи, но температура опять поднимается и в ближайшие дни, по прогнозам синоптиков, достигнет 26 градусов. Сегодня, как вы, наверное, обратили внимание, пляжный указатель температур показывает: воздух прогрелся до 22 градусов, а вода до 16. Люди уже опять загорают, а самые закаленные купаются.
Вот таким образом равняют гальку на пляжных зонах. Да, этот ураган натворил дел. Однако, все они совсем ненадолго обрачили настроение крымчан. Проблемы успешно решаются, особенно в Ялте. В Ялте есть и другие пляжи, известные и очень благоустроенные. Предположим, интурист нравится всем, кто там побывал. Но вход туда платный, поэтому не всем доступный. Мы же в нашей рубрике «Лучшие пляжи Крыма-2024» взялись показывать только пляжи для любого желающего. Этому правилу и будем следовать. На этом наш обзор лучших пляжей Ялты сегодня заканчивается. Не забывайте подписываться, ставить палец вверх и писать комментарии. Канал «Крымские каникулы» желает вам крепкого здоровья и хорошего настроения. До следующих встреч!